Всем привет, дамы и господа! И сегодня потрясающий день, потому что я проведу итоги конкурса на беспроводную колонку HopeStar, которую я анонсировал чуть-чуть больше месяца назад. Конкурс прошел великолепно, я доволен. Почти 2000 участников. Вы показали сумасшедшую активность, и я за это благодарен. Приятно работать и приятно дарить призы. Ребята, призом была вот такая вот колонка HopeStar P20. Я хочу открыть вам, показать, насколько она хороша. 10-ваттная вот такая колонка с дизайном, похожей на JBL, классными кнопками объемными, пассивными фазоинвертерами по бокам, шнурком. Вот очень мне нравится, классно в руке лежит. И ее получит победитель, который подписался на канал, который поставил лайк и оставил самое главное комментарий под видео со словом «участвую». Сейчас мы перемещаемся на экран моего компьютера, где вот вставлен ссылочка на конкурс. И смотрите, здесь указано 1950 комментариев, 2144 просмотра. Отличная статистика. Я нажимаю кнопочку «Мне повезет», и компьютер сейчас будет какое-то время обрабатывать все ваши замечательные комментарии. Пока он это делает, я вам скажу, чтобы вы далеко не уходили, потому что сразу же после этого розыгрыша я объявлю следующий конкурс с еще более классным и актуальным призом, который я еще даже не обозревал. Поэтому продолжайте поддерживать, у меня от этого поднимается настроение. На экране у нас только 26% обработанных комментариев. Итак, господа, смотрите, на экране показан победитель Александр Евстратов. Поздравляю тебя, Александр. И снизу написано, что парень действительно подписан на канал, и я ему за это благодарю. Причем я лично отвечаю на все комменты. Александр не раз комментировал и поддерживал меня. Я поздравляю вас, Александр. Сбросьте мне контакты на имейл, который я оставлю ниже в описании, и приз отправится к вам. Ну, а на случай, если Александра мы таки не дождемся, я нажму второй раз кнопку «Разыграть», и мы получим кандидата. Кандидат номер два, Юрий. К сожалению, фамилии я не вижу, но, Юрий, если ты нас увидел, пожалуйста, тоже напиши мне, пожалуйста, с этого Gmail на ящик, который я написал снизу. И кандидат номер три, Жека. Тезка, двойной тезка. Это всегда хорошо. Кандидат номер три на случай, если первые два не выйдут с нами на связь. Ну вот и все, ребята. Спасибо вам за участие. Призы реальные и настоящие отправляются победителю. А победители, прошу вас, обязательно отписывайтесь потом, что получили приз. Вот и все на этом у меня. Хорошего вам настроения. До встречи в следующих видео. Пока.